Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим супербыстрый салат с самым минимальным количеством ингредиентов. Чеснок измельчаем. В посуду высыпаем хлебные сухарики, чеснок, фасоль и заправляем майонезом. Все тщательно перемешиваем. Этот салат займет у вас всего несколько минут. Порадует своим необычным вкусом и выручит, когда совсем нет времени на готовку. Приятного аппетита! Спасибо за внимание. Надеюсь, что наше видео было вам полезно. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.